Всем привет, ребята, всем привет. И сегодня у нас продолжение рубрики «100 дней в океане». В общем-то, ну, как обычно, я зашел на сервер Oceanic Survival, это, кстати, мой второй сервер, так что, ну, айпишник и версия в описании, можете заходить тоже, поиграть со мной здесь. Я здесь часто играю, как и на своем основном сервере Homecraft. Там я тоже достаточно часто играю. И, в общем-то, как бы, тянуть не будем, сразу пойдем добывать дерево. Больше дерева, ну, дерево это очень полезный ресурс, особенно в океане. Мне повезло, я саженцы смог достать. Поэтому вот, буду сейчас добывать. Дерево вообще, без дерева у нас ничего не обходится. Вся игра в Майнкрафт строится на дереве. Поэтому сейчас мы его быстренько добудем. Надо выбить обязательно саженец. Потому что без саженца будет печально. Потому что я его не смогу заново посадить. Или смогу, у меня был второй саженец или нет, я не помню. Вроде был. О, саженец выпал, отлично. Так. Так, и вот так, все, отлично. Сажаем заново дерево. Здесь у нас тростничок подрос уже. Ой, зачем я его весь сломал? Кто? Ты что тут за... Что у нас скелет здесь забыл? Я, конечно, сейчас с шейдерами, кажется, что темно, но по факту здесь вообще не темно, здесь реально светло. А, они тут где-то спавнятся. Ты посмотри, сколько их здесь. И зомби какие-то наспавнились, летучая мышь. Вы что, прикалываетесь? Идите отсюда. Не, ну я, конечно, это изначально задумывал, да, как ферму мобов, типа, такую небольшую. Ну, просто как, чтобы тут периодически фармить мобов. Ой, кстати, мне выпала морковка. Еще один зомби, ну вы издеваетесь, что ли? Что за прикол? Зачем мне столько мобов здесь? Надо мне столько мобов. Я не хочу. Так, я не знаю, видно вам что-то или нет, поэтому давайте я факел поставлю свой. Это кто? А, это эндермен. Господи, что тут эндермен забыл? И почему он такой страшный? Господи, что ты тут забыл вообще? Так, ну вот тут он меня по сути не ударит. Поэтому я его могу тут убить. Так, эндерперл выпал? Нет, ничего мне не выпало. Ну и ладно. Так, еще у нас тут бамбук вырос. Бамбук тоже надо пособирать весь. Пушу, ну это как бы палки, это топливо для печки. У меня почти выросла морковка еще. Так, дерево... Часть... Хотя... Чё часть? Хотя нет. Все-таки надо без дерева в шахту идти нельзя. Бамбука я тоже немножко возьму с собой. Еда у меня есть, в принципе. Так, я могу еще хлеба скрафтить. Хлеб тоже вещь полезная. Накрафтить на всю пшеницу хлеба. Так, ну это я есть не буду. Так. У нас на аукционе что-нибудь появилось, нет? Нет, ничего у нас не появилось. Так. Мне в идеале нужен эндер-сундук. Так, еще у меня почему-то... Да, мне здесь не хватило топлива чутка. Уголь есть, угля совсем мало, поэтому надо бы его накопать будет сейчас. Так, и покушать. Покушать это обязательно. Без покушать вообще ничего не обходится. Так, ну погнали, не знаю, вот здесь будем раскапывать, искать какие-нибудь ресурсы. Уголь там, железо, что угодно. Нам сейчас вообще любые ресурсы нужны. Потому что их у нас не особо-таки много. Так, так, так. Ну, собственно, сейчас надо копать, искать ресурсы. Так, и... Стой, у меня этот хом здесь стоит, нет? Хом? Не понял. Так. Хом. А почему? Стой. А я не понял, а почему у меня... Чего? Это что такое? Кто построился рядом со спавном? Ладно. Так, сейчас, секунду, ребят, я решу все. Так, ребят, в общем-то, я все починил. Вернулся на базу, в общем-то, поставил здесь сетхом, потому что он у меня, видимо, слетел. Я не знаю, как это произошло, если честно, потому что, ну, я как бы ничего особо не делал. Я просто взял, слетел сетхом. Ну, слава богу, я сейчас все починил уже, все работает, как бы. А база моя база. Но мне все-таки интересно, кто это рядом с спавном построился, потому что... Ну, мне интересно, вообще он поймет, то, что его базу могут разрушить. Ну, потому что она прямо рядом с спавном, ее видно. То есть она даже не где-то под водой там, а она вот прям на спавне, считай. И вообще, по-хорошему было бы спавн подальше закрывать. О, кстати, я нашел лазурит. Это достаточно полезный ресурс, конечно, для нас он особо сейчас бесполезный.
Потому что мне нужно как минимум алмазы найти. А алмазы найти не просто, как вы знаете. Ну, будем стараться. Будем надеяться. Как бы я сейчас копаю. И вот думаю, найти бы что-то неплохо было. Потому что, ну, без алмазов дела не будет, мне кажется. То есть, ну, алмаз это главный ресурс в Майнкрафте. Без него, ну, почти нереально пройти саму игру. Как бы мне нужна сейчас на данный момент, как минимум, алмазная кирка. Не, ну вы что, издеваетесь? Что это за потоп опять? Что это такое? Я вообще ничего не вижу под водой сейчас на шейдере. Не, я не хочу копать в потопе. Не-не-не. Я не буду там копать. Давайте туда куда-нибудь прокопаемся. Вот здесь просто. О, железо. Не зря начал тут копать. Железо на халяву. Просто прокопаться в другую сторону решил. Вот в паре блоков от железа стоял, считайте. Теперь смогу себе этот скрафтить. Штаны и шапку железные. Так, ладно, давайте прокопаемся ниже, потому что тут вот где-то, если чуть дальше прокопаться, будет вода. А вода нам не нужна, как вы понимаете. Я хотел бы на самом-то деле в этой серии алмазы добыть, либо хотя бы построить спавнер. Но учитывая, что я начал копать шахту, вот сейчас бы шаг влево, шаг вправо, я бы утонул. В лаве причем. И ресурсы бы все сгорели. То есть, учитывая, что я пошел копать шахту, скорее всего, буду искать алмазы. Так, вот эту вот лаву надо вообще позакрывать по-хорошему, потому что не хотелось бы туда упасть. Да что такое, везде лава. Вот только попробуйте сейчас какой-нибудь зомби или скелет столкнуть меня сюда. Или вообще какой-то моб. Потому что я не хочу, чтобы у меня все вещи сейчас сгорели. Как бы это будет не весело. Так, так, так. Собственно, ну, копаем. Сейчас, скорее всего, если найду что-то интересное, вернусь к вам. Для вас пройдет секунда, а для меня, ну, неизвестно сколько. Так, ребята, в общем-то, ничего интересного я особо не нашел, как вы видите. Нашел разве что уголь. Ну и все. И у меня сломалась кирка, поэтому мне сейчас придется возвращаться, крафтить новую и возвращаться обратно в шахту. Ну, то есть, как бы, потому что, ну, без кирки я копать не смогу, к сожалению. Ну как, смогу, но это займет вечность, да и ничего не добуду толком. Так что нам придется... О, дерево выросло. Так, тростник не вырос. Печально. Так, ладно. Что у нас тут? Железо есть? Железо есть. Отлично. Так, мне нужно 3 штучки. Так, и заодно доплавить еду, которая здесь осталась. Ну, думаю, где-то по 4 уголька здесь точно хватит и должно. Так, ну сюда, ладно, сюда закину 5. Здесь чуть больше. А сюда тоже где-то 4 пускай будет, здесь не надо. Здесь он железо закинет. Так, а где палки? А палок у меня нет, мне их крафтить сейчас придется. А, берем, крафтим. Так, стой. Нужно 2 палки. И кирочка. Отлично, кирка есть. Так, вот туда все надо скинуть туда. Так, уголь на всякий случай с собой возьму. Блоки не нужны. Так, покушать. Бамбук, конечно, вырос, но я не особо что-то говорю, желаю его собирать, но... В принципе, ладно, уже соберу, чтобы он дальше рос, а не на месте просто проставил. Просто морковка... Не, она вроде еще не выросла. Пусть пока будет так. А, можно в целом было бы сейчас, да, построить спавнер, но для спавнера мне нужны блоки травы, но вот что ты тут забыл, объясни мне, пожалуйста. Что ты тут забыл? Тут освещенное помещение... Уйди. Уйди, я тебя прошу, не взрывайся. Спасибо. 94 монетки с него заработал. Нормально. Но откуда он тут взялся, если тут все освещено? Я что-то вообще без понятия. Может, он отсюда вышел, я не знаю. Ну, как вы видите, я тут до бедрока докопался, но что-то алмазов я не нашел, к сожалению. Поэтому давайте чуть выше поднимемся, наверное. Где-то... О, уголь. Уголь это хорошо, это уже ресурс. О, редстоун. Редстоун-то еще лучше. Тоже пригодится. Как бы это мы забираем, это нам надо. И железо. Может тут еще алмазы где-то будут? Было бы как неплохо, если тут еще где-то алмазы были. Потому что, ну, я нашел уже в одной просто этой жиле уголь, железо, редстоун. Если тут реально еще были алмазы, я бы офигел. Вот реально. Потому что, ну,
настолько много рут во всяких этих. Ты в одном, считай, чанке столько много рут. Как вам насчет челленджа выкопать один чанк в Майнкрафте? Это полностью выживание. Ну, конечно, наверное, не здесь, хотя можно и здесь будет, когда достаточно разобьюсь. Так, ну где-то вот тут, вот, думаю, можно уже копать, искать все алмазы. Это, ну, думаю, высота, может, десятая, хотя нет, стой. Если у нас вот это... Ой, если я закопал обдавки чуть-чуть, сейчас я выберусь. Но если вот это где-то... Ну, пускай вот то первая высота, это вторая, третья... Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Ну вот где-то вот тут вот десятая высота, пускай. О, рост он нашел опять. Ну вот на десятой высоте где-то и будем копать. Если что, я как бы алмазы могу здесь найти. Уже он нашел кучу всяких рут, они мне, конечно, особо не нужны. Ну как не нужны? Ну, по большей части мне редстоун только не нужен. Ну, хотя, может, это пригодится когда-нибудь. То есть, а так было бы очень даже неплохо найти алмазы. Так что, ну, то, золото. Не алмазы, конечно, но тоже приятно. Можно будет либо самому использовать там где-то, либо продать на аукционе. Как бы, может, кому-то оно нужно. О, еще и железо с углем. Вот только хотел, как бы, ставить на запись. Ой, запись на паузу, запись. Чтобы, ну, как бы, вы не сидели, не ждали. Как бы для вас пройдет секунда, а для меня там неизвестно сколько, моя коронная фраза. Но, не пришлось на паузу ставить, потому что я вам кучу всего нашел. Так, все. Вот теперь точно для вас пройдет секунда, для меня неизвестно сколько. Не вернусь, пока не найду что-то интересное. Ребят, короче, сейчас произошла очень грустная вещь. В общем-то, копал себе там шахту, копал. Скопал железо, в общем-то, и упал в лаву, поэтому... В общем-то, я потерял сейчас все свои вещи, которые у меня были с собой, а было их немало. И мне сейчас заново придется все это как бы, брать, крафтить и так далее. Ну как я мог на такое просто повестись? Ну это ж вообще... Это капец. У меня было куча еды с собой, у меня была, по-моему... Да, у меня была почти вся еда с собой. У меня было три кирки, у меня было там руды, блоки, чего у меня там только не было. Я все потерял. Нет, это реально грустно. Судя по всему, в этой серии я уже алмазы не найду. Потому что, ну вот, вот, буквально все, что у меня осталось. То есть железо тут совсем чуть-чуть вот. Потому что вот это доплавить надо. Где-то только есть. Здесь так. То есть тут даже на алмазы. Ой. Алмаз. На железный сет не хватит. То есть, ну, я как бы крафчу сейчас кирку. Ой, господи. Так, что я сделал? Так. Получится, вот крафчу кирку себе. А! Господи, уйди! Мне драться нечем. Мотыгой я тебя запинаю киркой, не знаю, чем-нибудь. Мне драться нечем, уйди, ну, пожалуйста. Ну, я только что умер, но я не хочу. Все, отлично. Ну хотя бы лук со стрелой выпал, уже что-то. Так. Забираем вот это, забираем вот это. Вот кирку я сделал, то есть что, меч. Меч можно, ладно, каменный сделать. Что еще мне нужно? Ну, штаны у меня есть, давайте нагрудник сделаем, что ли. Нагрудник. Ботинки, шлем. То есть, что мне еще нужно? Топор можно сделать, в принципе. Ну, топор можно и каменный сделать. А вообще, я с деревянным ходил, на каменный перешел. То есть, и все, вот, буквально. Ну, то есть, что у меня было и что у меня стало. Да, шлем поменялся, и все. У меня теперь нету еды, считай, нету кучи блоков, кучи руды. Ничего нету, я потерял все. На аукционе он тоже ничего нету, то есть там можно даже мою смерть увидеть. То есть вот я умер, телепортировался домой. Печально. Ну, а у меня даже сейчас нету киллов.
Там было, там около стака угля, если не стак. То есть я мог столько факелов сделать или там столько переплавить предметов в печке, но я потерял все. Я вам сейчас даже это место покажу. Сейчас, если добегу туда, то здесь нарыл катакомбы. Ну, как вы видите, я немало прокопал. Может, что-то все-таки выпало здесь? Не, ничего тут не выпало. Вот, то есть это лава. Я там попытался наверх простроиться, но у меня даже ведра воды с собой не было. Кстати, это моя огромная ошибка. Надо бы носить с собой ведро воды. Уши без ведра воды может вот такое вот случаться, да. Но это реально печально. Как бы я потерял все ресурсы, которые у меня были. То есть, ну, с собой. А их там было немало. Да и просто неприятный факт, то, что я умер. Так, сколько у меня баланса? Ну, 1345. О, железо хоть нашел. Так, вот я сейчас не буду копать под себя, я вот так вот сделаю. Я не хочу второй раз падать в лаву. Но сейчас, если я найду алмазы, это будет смешно. Типа, считай, купил алмазы за потерю всех ресурсов. Это будет примерно так выглядеть. Я даже факел сейчас не могу сделать. Банально, потому что, ну, у меня есть как бы вот палка. То есть у меня палка есть. У меня нету угля. То есть у меня даже уголька нету, чтобы я сделал факел. Я весь уголь, по-моему, да, я, по-моему, весь уголь с собой носил. Я потерял весь уголь. Я не могу даже факел сделать. Я не знаю, видно вам что-то или нет. Надеюсь, видно, потому что, ну, я тут еле-еле вижу. Давай, ну, хотя бы уголь. Я уже не говорю о алмазах, хотя бы уголь дайте. Да ну что такое вообще? Просто голый камень. Сколько? Ну что такое? Ну дайте мне уголь хотя бы. Я не говорю о алмазы. Я хочу, чтобы я видел, чтобы вы видели нормально это. Значит, даже уголь не дают, ты посмотри. Да ну реально, ты посмотри уже, сколько идет просто голый камень. То есть вообще без ничего. То есть как бы. Ну вон. Уже около 10 блоков, наверное, просто камень. То есть нету никаких то вот там гранита, еще чего-то. Даже, ну, о рудах я не говорю. Ну, как-то реально печально, ребят. Что это было, господи? А я не понял, что это было? Ну, вы видели? Я надеюсь, мне не показалось то, что тут, типа, были какие-то красные то ли стрелочки, то ли что. Ну, какие-то красные частицы какие-то были. То ли мне реально показалось. Тут нет ничего. Тут вообще ничего нет. Да, тут ничего нет, меня надурили, походу. Походу показалось реально. Ну давайте копать дальше, что. Ну, в общем-то, если что-то. О! Не надо что-то интересное искать, уже нашел. Хотя бы редстоун, уже что-то так. Внимательно теперь надо быть, потому что не хочу второй раз терять все ресурсы, и теперь это будут реально уже все ресурсы. Потому что я не смогу себе скрафтить даже тот же этот железную кирку. Ну даже вообще капец будет. Так, земля. И что мне с этой землей делать? Дайте мне уголь или еще какую-нибудь руду. Ну, взяли уголь. Или алмазы. Алмазы меня вообще сейчас обрадовали. Я даже лопаты нету, чтобы расчистить эту землю, господи, что? Что мне делать вот в этой ситуации? Ребят, кто был в такой же ситуации, напишите в комментариях, я обязательно все прочитаю. На кирка скоро сломается, у меня нету, ну как есть, как бы, ну, мне не на чем плавить это. Не знаю, руками копать. У меня, можно сказать, нету железа там какого-нибудь на кирку, у меня 8 штук осталось. То есть это мне до следующего железа. Да что такое? Какая земля? Дайте мне что-то нормальное. Так, ну, камень какой-то. Дайте мне, пожалуйста, уголь. Или железо, или алмазы, или хоть что-нибудь. Господи.
Мне кирка сейчас сломается. Сколько здесь? 20 ударов осталось. Совсем мало, то есть считай ничего. Что такое? Ну, видите, вообще ничего не попадается. У меня попался один раз железо попалось, один раз редстоун. Все. Ну капец, капец. А! Что это? Господи. Вода какая-то. Потоп здесь устроили мне. Что тут есть? Чего тут нет? Ну, какой-то обсидиан. Магмовые блоки, ну, ничего интересного, в общем-то. И уголь я тоже не нашел. И кирка сломалась. Ладно, ребят, скорее всего, буду на этом заканчивать. Это я уже подустал реально. Да и уже у меня. Ну, у меня уже 7 часов вечера. Надо отдыхать. Так что, ну, кстати, завтра у меня, ребят, день рождения. Завтра будет стрим. Так что, ну, приходите на стрим, всех жду. Сейчас выберусь, только и закончу ролик, потому что уже устал. Да и как-то мне сегодня не особо везет. Ресурс потерял, ничего не нашел толком. А то, что нашел, потерял. Считайте, все вот это вот, все, что нашел. Он железо закинут на переплавку. О, ну зато тростник подрос. Вон я вот эту вот еще грядочку засажу до конца, и можно будет чисто собирать тростник уже. То есть себе в кармашек. Так, ну тут железо. Кстати, на кирку как раз. Можно сразу ее сделать и как бы на этом закончить ролик. На крафте новой кирки. Вот, все, оп, оп, все, есть новая кирка. Есть куча хлама бесполезного, который мне некуда деть, потому что у меня даже сундук уже закончился. Давайте, не знаю, второй сделаю. Что-то хотел закончить ролик, а что-то у меня не особо это получилось. Так, ладно, вот. Все, ставлю сундук. Да господи, что? Мне Майнкрафт ролик не дает закончить, я хочу красиво все сделать. Вот все это сюда закидываю, железо я забираю, тоже сюда закидываю. И все. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. Спасибо, как бы, поставьте лайк обязательно, подпишитесь на канал. В общем-то, до скорых встреч. И всем пока, ребята. Всем пока.